Сирийские власти дают дезертирам второй шанс. По всей Арабской Республике объявлена амнистия президента. Полгода для тех, кто покинул страну, и 4 месяца для оставшихся. На рассмотрение каждого дела уходит не более суток. А дальнейшая судьба во многом зависит от искренности показаний. Многие признаются, что примкнули к террористам из-за угроз и шантажа. Возможностью вернуться в строй уже воспользовались порядка 17 тысяч бывших солдат и офицеров.